Как начать практику медитации для развития интуиции? Смотрите, самые простые практики медитации для развития интуиции, которые может совершать человек, это чувствовать, научиться чувствовать того человека, который находится рядом. Научиться чувствовать, возможно, если отключать чуть-чуть сознание. Смотрите на человека и концентрируйтесь на то, что вы чувствуете. И в этом случае чувство – это самый важный такой компонент. Чувствуйте, что вы видите… Чувствуйте, что вы ощущаете, когда смотрите на человека, когда видите человека. Существуют определенные такие дыхания и мантрочки простейшие, которые могут помочь человеку очень быстро научиться или включить у себя интуицию. Это слог ИМИ, ИМИ, ТИМИА. На вдохе и выдохе можно делать. Показываю, как это делается. На вдохе, с вдоха начинается. Человек произносит им на вдохе. После этого и. Вот так. После этого тим и. Тим. И после этого на вдохе а. Таким образом, ими, тими, а является мантрой развития интуиции. Поможет вам очень мощно развить свою интуицию. Развивайте интуицию, развивать ее очень несложно, очень такие простые методы существуют. Также очень хорошо можно читать мантру, допустим, Гейка Ом, это мантра интуиции. Хачеч на вдохе и Ка на выдохе, это тоже мантра интуиции, можете их использовать. Это все слога, которые открывают чувственный аспект нашего сердца, помогают человеку более тонко чувствовать тот мир, который находится. Просто расслабьтесь, посмотрите на человека, подумайте, можете ли вы его обнять, что при этом вы ощущаете, хотите ли вы его обнять, есть ли у вас к этому человеку чувства, какие они возникают, приятные, неприятные, не торопитесь с выводами, не включайте мозг, не думайте об этом. Это все в комплексе поможет вам развить интуицию.